Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэтмак, Сунду. Как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Здорово! Всем привет! Карта у нас лабиринт, как я обещал на стриме, что сегодня у нас будет рубрика SCP гоняется за нами. Если будете кушать, приятного аппетита, а мы погнали уничтожать SCP-шек. Вот это вообще, ребята, вот это мясо настоящее. Вот такое я люблю. Ну что, мужики, вставайте. Эй-ей-ей. Ого, он кишки выпускает. Главное что, бежать постоянно. И вот теперь настоящие. Они друг друга мочат, ты видел? Видел. А что ты такой злой, мужик? О, все. Ого, их там. Ай-яй-яй. Ай, свои забавы. Ударился. Ого-го-го-го, сколько их тут. Тебе даже страшно заспавниться. Заспавнишься, тебе сразу начнут палить спавнить. Ух это ты, страшно. Крошка-крошка, ты ж смотри, куда стреляй. А, вы пацаны тут зашкерились в итоге? Это, короче, база оборонительная. Давайте его тоже активируем. Тут пацаны повеселились. Ого, их растерзали. Бегите, глупцы, здесь очень опасно. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Вообще, сейчас вари. Ну что, давайте, кто не сы... Ой. Стой. Ой, он Стой. Ко мне бежит. Иди. Бошку. Бошку. А как от них правильно убегать? Зигзагами или как? Зигзагом. Пацаны просто молчат, потому что эпическую битву запилил. Самодельный режим всегда самый лучший. Ну чё, говно, на, по башке тебе. Накатил, на, по ним. Сколько их за мной бежит. Пацаны, помогите! А че вы вверху там штеритесь? Их за мной миллион штук! Да помогите кто-нибудь! Ну вот мы будем вот так отсюда вы побивать. Кил, ура! Пацаны, я в воде! Они в воду падают! Ты видел это? Они падают вот, да, все-таки они? Да, они в воде там сидят! Ну жопушники, вали их тогда. Сейчас дай что сделать? Туда бомбу кину одну маленькую. Я маленькую они бомбу. Плавать не умеют. Умеют. Ты видишь, они не умирают. А может быть мы все оружие можем использовать? Там, короче, бомбы, пацаны, взорвите их. Где бомбы? В воде бомбы, надо воду пострелять. Я все. Киньте туда на дно гранат. Вот, вот, туда, так, стреляй. Офигеть. Их не убило, Димас. Да ладно, да как? Это что? А чего вы не спрыгиваете вниз? Димас. Слышь, пошел отсюда. Под срачником чувака скинул. А чего там стоите? Я настолько далеко улетел. Тут еще не активированы есть. Димас, давай вот эту используем. Слышь, отвали! Скажите ему, чтобы он отстал от меня. Не могу. Скромники сегодня очень жесткие. А как их? А сколько у них жизни? 10 тысяч, да? Они? Да. Я не помню. Ну, у них очень много жизни, а их очень тяжело убить. Ну мы же как-то их мочим потихоньку, или они настолько мочат? Будет тяжело мочить. Доставай минский пистолет, давай это все быстро решим. Ну я проверю, убьет их или нет, потому что хочу все равно еще повалиться с ними. Ой, бомбу, смотри. Ты как бомбу я ядром откинула. Ой-ой-ой. Они живые, что ли?
О, пацаны, знаете как? Давайте, знаете, что проверим? Оружку стой классик. Может, можно их пригвождать? Ау! Не, а, да, их, кстати, можно пригвождать. Давайте их всех пригвоздим для прикола. Давай. А ну, иди сюда, щенок. А ну-ка, давайте, пока. Да блин, ну он меня убил. Не получается, да? Вместе. Они не пригвождаются, ребят. Они... Должны... Я одного пригвоздил. А, если их долго не трогать, они садятся, да? Да. А я хожу возле них, и они меня не трогают. Быстрее по одному. Эй, вы специально их агрите на меня. Да блин, они не отстают от меня, я просто фигачу. Вот этот увязался за мной челик, ну. Ой, патроны кончились. Пацаны, вы где? Помогайте. Не, морально? Пригвождатель не работает? Работает, работает. Они он друг друга мочат, вы выхватили? А нет, не приходи, убежи. На. Димаша, взрыв будет. Я перепрыгнул их. Да блин, он отстал от меня, говно. Ой-ой-ой-ой, это ты жестко их активируешь. Ой-ой-ой. Я пускаю орбиталку. Да такие взрывы только мочат нас. Мама. Ракета, ракета летит, что, пацаны. Ой-ой-ой, красиво. Бум. И все равно никого не убили. Ой, эпические взрывы у нас. Одного. Но это не работает. Убили. А почему они такие убили. Читерные? Пацаны, я знаю, чем их надо убить. Надо огнемет брать. Админский быстро. Нет, смотри. Вот эта штука, поджигаешь их, да? Ой-ой-ой. Нифигово, пацаны, нормально. Баба. Только это все не то. Я знаю, их надо сжигать. Мы убили целых двоих. Да? Нормально, это лучше, пацаны, чем ничего. Да, чем одного. Надо огнеметом на полы налить и поджечь. Огненная ловушка для скромника. Смотрите, пацаны, как я огородился от них. Видите? Красиво. А? Кто пройдет? Я знаю, что против них работает, слышишь? О, он проходит через огонь на говно, ну блин, почему так легко? О, дерьмо. Убило меня. А если взрыв сделать? Ребят, я нашел оружие. Бум. Нормально, огненная ловушка. Макс, да. Иди вниз, я нашел оружие против. Ну, кто на меня? Айс. Ну, никто не идет? Димас, ух ты, шоу. Блин, я его не увидел. Ой-ой-ой, тут такое мы жесть устроили вообще. Пацаны, нереально какие-то скромники, нереально мощные. Так, это что у нас? А, это само себя убивает. И сгорело. Есть у меня оружие, которое убьет их. Димас, я уже нашел оружие. Ну-ну. Ага. Что, не? Одного убил. Ага, нет, пятерых убил. Блин, а что это пятерых. Это мало? Хорошо, пятерых пацаны, мало. Есть у меня бомба, которая их точно убьет. Вулканная. Нет, нет, смотрите. Пробивает. Не хотел показывать вам, пацаны, эта бомба убивает... От 100% их убьет. Милкас Фаллинг. Бегите, ребята, бегите. Это жестко. Очень. Видите? Сразу. Да, тут. Все, никого нету, по-любому, смотрите. Нет, есть. А, нет, есть один. Я вижу одного. А я пятерых. А, они еще есть, слышь, ты только... Я вижу трех.
А почему мы умираем постоянно? А, все. А потому что взрыв. Ого, яркий свет от него. Что-то мы эту бомбу редко используем. Не они все еще живы. Да это какие-то читерские. Они еще живы. Они какие? У них, похоже, миллион КП. Да. Мир стал серым. У меня нормально. О, Димас, ты что творишь? А это их убьет? Не-а, это убьет нас. Бедная карта, она сегодня нажилась такого. Давайте возьмем аниматроников, попробуем. Аниматроники могут их убивать? Вот чисто для прикола. О, я знаю, кто их убьет. Я знаю, пацаны. Не мешайте, я псих. Не хотел вам показывать его очень мощного. Не надо нам показывать своего зверя. Смотри. Показывай им, а не нам. Мочат, да? Мочат. А чего? Они не умирают. А ну ты. А ну я. О, все, есть. Слышь, пошел щенки. Все, Димас не вышла на охоту, да? Да все, я их всех убил. Ядра, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылайте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока. С помощью бомбы можно телепортироваться в середину лабиринта.